У нас была дочь. Разбилась на машине. Эмили Евгения Райли, нашей любимой дочери. Кристин Стюарт. Значит, теперь ты будешь заботиться о ней? Почему бы и нет? Дак, она же не бездомная кошка. Привет. Как дела? Она стриптизерша? Смотрите 3 мая в 22:30. Добро пожаловать к Райли на ОТВ. Я не позволю 16-летней девочке торговать собой. Да я просто танцовщица и проститутка.